Ребята, я хотел бы вам сказать то, что новая серия Pixelmon выйдет только тогда, когда вот это наберет 500 лайков. Когда это будет завтра, сегодня или через пару минут, или даже может через 2 недели, зависит только от вас. Если хотите видеть новую серию Pixelmon как можно скорее, просто поставьте лайк. На предыдущей серии мы набрали нормальное количество лайков, поэтому эта серия вышла, получается так. Но следующая выйдет только тогда, когда вот это наберет 500 лайков. Надеюсь на ваше понимание, на вашу поддержку и... Всем приятного просмотра. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем наши изумительные приключения с покемонами в нашем замечательном мире, который уже, наверное, скоро разрушится, потому что уже скоро у нас финал, можно сказать, около... Ну, если мы поспешим, то около 35 серий у нас уже будет финал. Хотя с такими темпами, как мы сейчас развиваемся, мне кажется, финал вообще будет меньше, чем через месяц, и мы начнем новый сезон. Но ладно, ребята, у меня есть несколько тем для разговора, точнее, вроде 3 или 4. Во-первых, то, что в скором времени я уже сделаю видео, где я у вас буду спрашивать, точнее, вкратце, я устрою опрос. Давайте быстренько, пока я тут говорю, тэпэхнемся к Райквазе, вдруг как раз мы вовремя туда придем. Но тут я вроде нет. А я думал, я в зиме появлюсь, но нет. Джиглибаф. Да, нафиг, ребята. У нас уже есть Иглибаф, зачем мы будем вот этих покемонов ловить? Хотя. Потом мы прокачаем, потом мы эволюционируем. Смотрите, знаете, что мы будем делать? А, он в земле, тем более, в земле нет. А мы будем делать так, будем удалять старых и просто на их место брать от тех же покемонов, но шайни. Потому что брать новых шайни покемонов, прокачивать и ставить на место обычных старых, ребят, это мы еще намного дольше продлим сезон, и мне кажется, не всем это хочется. Потому что если мы будем брать старых, прокачивать, точнее старых удалять, брать новых, но просто шайни точно таких, но маленький уровень, и заново их прокачивать, ребят, это реально очень долго будет. В этой серии мы вроде 20 блисси убьем, или даже 30. Потому что в предыдущей серии мы не убивали. Хотя вроде... Давайте 20, ладно. То, что, ребята, во-вторых, новость. У меня скоро открывается новый сервер, но не Pixelmon, а открывается, наверное, с Индастриалом будет. Я, конечно, в этом полный ноль. Я в этом нифига не шарю, нифига не понимаю. Но, ребята, я буду играть с вами на том сервере. Я там, наверное, тоже сделаю еще один дополнительный летсплей. И я буду там играть вместе с вами, ребята. Твою мать. Ну ладно, убивай. Я буду там играть вместе с вами. Мне кажется, это реально будет прикольно. Потому что будет еще один дополнительный сезон, где я буду развиваться вместе с вами. И это, конечно, будет сложно. Потому что я, честно, ну прям ни хрена в этом не шарю. Но мне кажется, что будет прикольно. Поэтому, ребята, ждите новый сервер, когда он будет, я потом, конечно же, подробно объявлю. Во-вторых, для тех людей, кто играет у меня на сервере. Я начал делать небольшие раздачки у себя в группе ВКонтакте. Это мы уже лутали, ребята, не смотрите. В смысле раздачки? В том смысле, что... Давайте я пока тут говорю, мы пойдем словим Скармори, а то меня уже достали с этой Скармори. Не, ну, в принципе, спасибо за то, что мне говорите, каких покемонов у нас нету. Ой, я куда-то не туда тупекнулся. Это круто, что вы мне говорите. Спасибо, ребята, вам. То, что... О чем я говорил? А, небольшие раздачки. То есть я в группе устраиваю небольшие такие раздачки на своем сервере, да. То есть, например, репостите эту запись, и через столько-то дней или через столько-то, ну, хрен его знает, там, времени, я объявлю, какой человек выиграл там, например, у меня на сервере там Шайни Датини, или Шайни Бишарпа, или Шайни там Белдума. То есть различных вот таких покемонов, и вы можете все принять там участие, но от вас, конечно, есть небольшие требования, да просто у меня играть на сервере, потому что чтобы у вас хотя бы был ник у меня на сервере, и чтобы вы там хотя бы имели своего персонажа, да? Это во-вторых новость. В-третьих, ребят, или в-третьих даже, да, то есть о сервере было во-вторых, то что... А я еще что-то хотел сказать, но, ребята, ага... Раздачи на серверах. Ребята, сейчас будут... Если были раньше раздачи, ребята, если вы участвовали в ранних раздачах, или вы видели у меня видео на моих серверах, где я устраивал раздачи, ребята, забудьте, это просто детский сад, потому что сейчас раздачи намного глобальнее будут. Шайни легенды, шайни обычные покемоны и все остальное. И как мы будем проводить эти раздачи?
стена, 50 табличек, 50 цифр, 25 участников. Каждый участник покупает по одной табличке, называет любое число, и мы через лотерею, то есть через прям какое-то казино, будем выбирать рандомный номер. Например, сейчас разыгрывается там Shiny Metagross. Идем на рандомный сайт, выбор рандомных чисел, ла-ла-ла-ла-ла, допустим, там выпало число 30-35, опа. Кто у нас по 30-м номерам был? А, такой-то чувак, поздравляю, чувак, ты выиграл там Shiny Metagross. И вот так у нас, ребята, будет это все проходить. Об этом мы поговорим чуть-чуть позже. И также на сервере. Я вижу, это Скарморий паскуда какая-то, поэтому иди ты в жопу. Я лучше пойду найду другого Скарморий с какой-то получшей натурой, чем ты. Потому что от натуры тоже зависит, хочет ли он ловиться или нет. Давайте Скарморий. Вот так. Их тут еще куча, поэтому... Не так уж и страшно, да, если мы там одного-двух пропустим. Потому что, ребята, у нас же скоро конец сезона, я не хочу крафтить себе опять там кучу бонов для того, чтобы словить там, двух-трех покемонов. Потому что, ребята, нам осталось действительно словить около 10 покемонов. А как-то крафтить боллы уже тогда, когда у нас сезон уже практически подошел к концу, мягко говоря, не очень хочется. Поэтому, ребята, мы как-то попытаемся сэкономить пару боллов, но, как видите, сейчас у нас это не очень хорошо получается. Твою мать, сваблю. И не убей, пожалуйста, будем очень рады, если ты не убьешь, но... Было бы круто, если бы ты тоже нормальный такой урончик бы нанес. Ох, как меня эти наушники уже задолбали, ребята. Они у меня такие уже поломанные, что это с ума можно сойти. Новые наушники я себе, к сожалению, позволить купить не могу. Вы не думайте, ребята, то есть, знаете, многие люди думают, вот, например, вот там ютубер, да, как многие люди мне в комментарии пишут, что, мол, харе просить лайки, там, да, 100 лайков, и там Эдисон зарабатывает там пару тысяч рублей, или там евро, или сколько там, то есть, не думайте, он вас кидает на лайки, да, то есть он выпрашивает лайки для того, чтобы заработать. Как бы я сказал что-то таким людям, честно? Как это все у вас просто? Ребята, я зарабатываю, честно сказать, с вами поделюсь, вы, наверное, больше получаете от своих родителей за месяц то, что они вам дают в школу на обеды, чем я зарабатываю за месяц на ютубе. Ребята, вы не думайте, что я какой-то популярный, что я мега там ютубер, который зарабатывает, которому уже хватает на жизнь. Ребята, я в какой-то степени дно. Я ничего толком не зарабатываю. Я просто делаю видео, можно сказать, люди только ценят Pixelmon, но я и стараюсь снимать что-то другое, но не всегда это получается, потому что другие люди просто... Наконец-то мы словили! Потому что другие люди просто поставили дизлайки, им похрен, да, что там человек старается. То есть видят, ага, вышла новая игра, вышел там, допустим, The Witcher 3, да, там третий Ведьмак, или там GTA, как мы проходили. Да ну нахрен, зайду я насолю Эдисону, лучше поставлю там ему парочку дизлайков, чем поставлю там лайк, оценю его и напишу в комментарии какую-то хорошую вещь, мол, Эдисон. Мне понравилось, даже если ему не понравилось, просто чтобы меня поддержать. То есть, мне понравился Эдисон, продолжай. Хоть и он это не посмотрел, но мне будет приятно это слышать. Но школьники какие-то десятилетние лучше зайдут, обосрут меня до последнего. Скажут, это дерьмо, прекращай вот это, лучше дальше продолжай снимать Pixelmon и уйдет. Поэтому, ребята, я не знаю, честно. Я бы хотел сделать какую-то, знаете, там, кампанию. То есть, если, например, хотя бы один подписчик... каждый подписчик, если бы мне хотя бы скинулся там по 10 рублей, то я бы уже себе мог купить новый микрофон. А не вот этот. И хотел бы себе купить новые наушники, а не вот... Не вот эти. Я вам даже покажу, я бы вынял, вот смотрите... Но я лучше это обратно засуну, потому что у меня уже... Я скотчем не напасусь, если я буду... А, вот, смотрите, хрень какая-то. Сейчас, ребята, секундочку. Вот. Кончены наушники уже. Не, ну наушники отличные, но они уже, ребята, пару лет мне служат. Ну, ладно. То есть, ребята, если вы имеете желание мне помочь, то я буду очень рад. Кошелечек я, наверное, тоже оставлю в комментариях и также в описании. Если хотя бы...
ты мне скинешь там, допустим, 10 рублей, ребятам, если хотя бы там 100 подписчиков скинется по 10 рублей, то это уже 1000 рублей будет. А я хочу наушники, ну, хотя бы не самое говно, потому что вы тоже должны понимать, если я куплю самое говно там за 1000 рублей, закажу с какого-то сайта, чтобы мне сюда, в Португалию пришли, потому что, ребята, если перевести суммы, то, что в России стоит 10 тысяч рублей, тут стоит 30 тысяч рублей. Поэтому мне проще с России заказать, чем тут покупать. Вот потому что тут, ребята, вообще охренеть. Потому что, поэтому, ребята, если хотя бы каждый подписчик скинется мне по 10, по 20, по 30 рублей, то есть, может, вы там себе в столовой на обед или куда вы там в институт ходите, не купите там пончик, а скиньтесь мне на новые наушники, ребят, я буду вам очень благодарен. Знаете, что мы сделаем? Давайте так, ребята. Ну, я бы хотел, конечно, поговорить на этом, но в России не такой менталитет, как в Америке или за границей. То есть вы знаете, да, такой сайт Twitch, где там люди стримят, ребята, вы бы видели, что там вырабляют, вытворяют нафиг американские стримеры. Ребята, они там за день зарабатывают по пару тысяч баксов. Тут люди хреначат месяцами на работе, по 12 часов в сутки в месяц зарабатывают по 600-700 евро. А там чувак, который зайдет и 5 часов поиграет в CSGO, там побесится, ага, он меня убил, я его убил, все, классная игра, выйдет за 5 часов заработать больше, чем тот человек, который работает по 12 часов в день за полгода. Это, ну, в принципе, жизнь такая, справедливость. Я не знаю, ребят, честно, я буду вам очень благодарен, если вы мне поможете, то есть... Я там приглядел себе наушники за 7000 рублей, в принципе, Razer Kraken Pro, всем известный, за 7000 рублей, если там с сайта какого-то заказывать, и также классный микрофон за 80000, за, не 80, за 8000 рублей, а, то есть вместе это получается 15000 рублей. Я могу там, ну, где-то поискать, то если, например, заплачу своих 5000 рублей, если хватит, то это круто, но... десятку где-то мне еще нужно найти. Поэтому, ребята, я бы был вам очень благодарен. То есть смотрите, что мы сделаем. Если кто-то все-таки задонатит мне хотя бы там 10, 20, 30 рублей, поможет мне поддержать, в принципе, мой канал, можно и так сказать, то я перед каждым видео буду вставлять картинку, которая там будет длиться, например, 10-20 секунд перед каждым видео. И там будет написано топ донатеров за все время. И чем больше вы задонатили, тем больше вы будете на выше показаны. То есть, если вы там задонатите 100 рублей, вы подниметесь, например, на первое место. И перед каждым видео, перед началом каждого видео, 20 секунд будет висеть табличка. И ваше имя будет светиться в каждом видео, перед началом каждого видео, с тем, что вы как бы мне помогли, поддержали мой канал и задонатили мне там 100 баксов. Но 100 баксов... Я, ребята, что-то брежу тут сижу, что вы мне задонатили 100 рублей. В принципе, за те 100 рублей, если мне хотя бы там 10 подписчиков задонать по 100 рублей, то, ребята, я уже себе смогу позволить хотя бы купить какие-то никчемные наушники. А если мы там чуть-чуть пособираем, то, ребята, я, может, смогу купить какие-то охрененные наушники. И это благодаря вам. И вы будете светиться своим именем перед каждым видео. О, сейчас 90%. Вы будете светиться перед каждым видео, то, что вот вы там помогли Эдисону, задонатили там 100 рублей, помогли Эдисону купить новый микрофон, помогли Эдисону купить новые наушники. Потому что, честно, ребят, ну эти вы сами видите, что эти наушники уже прям какашка, а новые я себе позволить не могу. То есть они работают, но... так они работают, да? Ну, в принципе, ребята, я не знаю, я буду вам очень благодарен, если вы мне поможете, но в России, знаете, в России такой просто менталитет, что люди, мне кажется, пойдут и, скорее всего, спустят там 500 рублей в унитаз, чем поделятся 500 рублями с каким-то другим человеком, или те же там... 20 рублей человек проще выкинет куда-то на улицу и скажет, хрень тебе 20 рублей, почему я с тобой должен делиться 20 рублями, да? Ну, в Америке за границей такого нету, как я вам говорю, на том же Твиче там люди просто сумасшедшие, по 10, по 20, по 30, иногда по 100, по 200 баксов там донят, да, что, мол, ты делаешь классную работу, чтобы ты это не прекращал, чтобы ты дальше продолжал делать такую классную работу, вот я тебе поддерживаю твой стрим. Да, Трио? Голдин. В принципе, там классно, но
Мы не из Америки, мы не за границей, мы живем в России, хоть я и не русский, но большинство, мне кажется, русских, кто меня смотрит. Ну, в принципе, не так уж и много русских. Есть и с Украины, есть и там с других стран СНГ. Но все же, ребят, я вам еще раз повторюсь, я не буду на этом зацикливаться, я просто-напросто... Не то, что прошу вас с помощью, просто мне будет очень приятно, я буду очень рад, если вы вот это сделаете и хотя бы поможете мне там пару рублями насобирать на новый микрофон, насобирать на новые наушники Kraken Pro, потому что с этими я уже запарился сидеть. И каждый раз они там разваливаются, и каждый раз нужно их чинить, потому что я уже честно запарился, ребята. Я иногда так, знаете, даже сижу, думаю... То есть я ни хрена толком не зарабатываю, я просто сижу днями, хреначу. То есть, ну возьмем пример, то есть, многие, наверное, из нас любят Евгеху, то есть знают, кто такой Евгеха, да, то есть я тоже его иногда люблю посмотреть, он мне нравится, но в таких темпах, когда ты уже набираешь, когда у тебя там по миллиону подписчиков, и ты там, наверное, в месяц хреначишь по полмиллиона рублей, что тебе уже хватает там на жизнь, на машину, на все тебе хватает, как, например, тот же Евгеха, то, в принципе, конечно, ты уже будешь там выпускать одно видео в один день, в два дня, потому что тебе похрен, даже без видео, которое ты не выпускаешь, люди там в день собирают по полмиллиона просмотров, и тебе за день там хватит уже на месяц, да, можно и так сказать. А есть такие, как я, например, стараются, хреначат. То есть, я так смотрю, Евгеха около 3 лет на Ютубе. У него 1 000 000 подписчиков. Я 2 года на Ютубе, у меня 30 тысяч подписчиков. То есть, ну, справедливость тоже иногда есть, иногда нету. Иногда она кого-то задевает, иногда просто-напросто пропускает. Но мы с этим ничего не можем поделать. И об этом я говорю, что, ребята, есть иногда такие, как я. Так, Мачопа мы словили, можем еще пойти Джинкса словить. Или Шелгона, я точно забыл, что у нас Шелгона, ребята, нету. То, что я, ребята, делаю одно видео в день. Иногда Пиксельмон и прохождение какой-то игры, например, там, Wolfenstein. Иногда Пиксельмон и там прохождение игры Wolfenstein и там прохождение The Witcher, как это было. Или, например, я даже иногда по 4 видео выпускаю. Например, Пиксельмон, как я раньше в один день, помню, или в пару дней выпускал. Пиксельмон, прохождение GTA, игра на сервере, еще какой-то там подкаст небольшой. По 4 видео в день, то есть я нахрен сплю, наверное, по 3 часа, выпускаю по 4 видео в день. У меня говняный интернет, который грузит 10-минутное видео 10 часов, ребята, у меня компьютер сутками не выключается, потому что он грузит видео целыми днями. Мало того, что я выпускаю не по одному видео, я выпускаю по 4 видео, ребята. По 2, по 3. 2 это стабильно. Иногда бывает 3, иногда бывает 4. Это уже когда у меня какое настроение, или когда я не успеваю там выпустить Пиксельмон, или еще какие-то по графику, я выпускаю что-то еще. И такими темпами, чем больше я выпускаю видео, тем больше люди забивают на меня большой и огромный хер. То есть они перестают смотреть, или, например, даже там, как я ранее говорил в этом видео, что просто ставят дизлайки, говорят, в жопу этот GTA, в жопу этот The Witcher, просто давай нам Пиксельмон, и хоть ты там усрись, нам нужен Пиксельмон. Есть и такие люди. А то, что человек думает, то, что человек хочет, желание человека, или может ли человек в день выпускать по 3-4 видео, людям это пофиг, да, то есть им нужно Пиксельмон, и все, ребята. Хотя я ложусь где-то в 3-4 часа ночи, потому что я обрабатываю видео. Встаю в 7-8 часов ночи, чтобы его уже обработать тогда, когда оно залилось, или сколько там, 5-6 часов нужно, чтобы оно залилось. И все, я уже уснуть не могу, я сплю по 2-3 часа, ребята. И какой-то толк, я зарабатываю меньше, чем какой-то средний статистический школьник, который ходит в школу и который в месяц получает больше бабла от родителей на ужин, на обед, чем я в месяц. Но... Не знаю, честно, но просто вот этот весь разговор такой бессмысленный затянулся. Я хотел просто поговорить, я вот одел наушники, они что-то там потянулись, и вот я начал об этом говорить. Но все же, ребят, я извиняюсь, если я вас уже запарил вот этим. Но просто есть такие люди, которые меня просто бесят иногда. Которые мне... Человек пишет, знаете, ВКонтакте, а я где-то сижу в туалете, извиняюсь за выражение, сру там, знаете, сижу в туалете, или там пошел помылся, пошел зубы почистил, а человек мне что-то там пишет в ВК. Я такой вернулся, а он мне начинает уже гнать.
Эдисон зажрался, вот я у тебя что-то спрашиваю, ты мне не отвечаешь, что уже стал нереально популярным, зарабатываешь кучу бабла, что уже не нужно отвечать своим подписчикам? Мне иногда лень таким чувакам объяснять что-то, я просто их шлю в жопу. Я бы хотел вот как сейчас вам растолковать всю ситуацию, кто я, что я и что я вообще за существо, но не всегда есть сил, не всегда хватает нервов вот это сделать. Поэтому я просто их посылаю в жопу. А иногда говорю, чувак, я в туалете сидел нахрен, отдыхал на унитазе, пришел, а тут меня уже обосрали от головы до ног, то, что я тебе не ответил на твой вопрос, пока я вообще меня за компьютером не было, да? Это тоже, ребята, охренеть как. Поэтому, ребят, ну, все же, разговор затянулся, я сначала хотел вас там помощи небольшой попросить, но мне кажется, с вас таких, ну, может, 100 человек, может, 10 каких-то отличных людей насобирается, которые там мне хотя бы помогут по 100 рублей, по 10 рублей скинуться, и хотя бы 100, 200, 300 рублей мы насобираем, хоть это небольшая сумма, но мне уже будет намного приятнее. Я что-то этого Шелгана нафиг не вижу, а вот он, хоть и пишет, что он у нас Шелдер, не Шелгон, а Шелдер. Хоть и пишет, что он у нас нет, но его у нас, ребята, нет. Я смотрел в компьютере, я его не видел. Тем более Клойстера я почему-то не видел. Может, он где-то есть, может, я просто слепой немного. Но сейчас мы еще раз посмотрим. Фух. Поэтому, ребята, я в комментарии оставлю свой кошелек. Я в описании оставлю свой кошелек. И если мы хотя бы к следующей серии насобираем там, ну, 200-300 рублей, то я того человека, который, ну, да, в принципе, не того человека, а люди, которые хотя бы скинули от 10 рублей, я занесу в таблицу донатеров всех времен, которые помогли моему каналу, и вы будете светиться перед каждым видео. И если мы хотя бы насобираем 200-300 рублей за это видео, то, ребята, я, наверное, устрою такую небольшую кампанию по сбору там денег, может там за месяц, за два, за три мы, может, это насобираем мне на новые устройства, может нет, но, ребята, это тоже зависит от вас, я просто прошу у вас помощи, вы не думайте, что я там выпрашиваю деньги, ребята, я просто прошу, то есть, может кто-то поможет, может кто-то нет. Хрен его знает. Ладно, что-то мы уже заговорились по этим дурацким темам. Я извиняюсь, если вам просто надоел. Но иногда, знаете, то есть иногда у человека это все насобирается там за месяц, за два, за три, а стеной разговаривать нет смысла. То я вам это говно, которое у меня уже все в душе насобиралось, я просто его изливаю. И вот сейчас мне уже, если честно, ну, легче стало, можно и так сказать. Потому что я это уже держал, знаете, в себе, то есть. Охренеть, как это меня уже все бесит, как это все уже наскучило. И вот сейчас я и сделал, и честно, ребят, спасибо вам, мне уже как-то проще намного стало. Поэтому, если вам просто не понравилось это видео, ну, извиняюсь, это такое видео, где я немного душу изливаю, поэтому просто можете его выключить, дизлайк, ну, конечно же, лучше не ставить, просто-напросто поставьте лайк и выключите это видео, буду вам благодарен, если вы такое сделаете. Потому что, ребята, это уже честно, иногда накипает. Я знаю, я вещи не выкинул, я их сейчас выкину. Вот сейчас прокачаем покемонов, я сразу пойду выкину там 20 вещей. Так. Ух. 19 близ у нас еще, да, осталось? Вот так. Со следующей серии мы, ребята, наверное, уже начнем... 18. Со следующей серии мы, наверное, уже начнем делать машину для спаривания Мьюту, потому что уже пора. Пора. Уже давно пора. И мы это действительно начнем уже делать. Со следующей серии. И также, наверное, опять будем сидеть в Sunflower Plains и просто-напросто караулить Райквазу, потому что Райквазу, ну, мы ее не можем словить тогда, когда нам нужен. Как, например, сейчас с Мьюту, да? Ну, смотрите, мы словили Скармори, мы словили Шелдера, мы словили... Кого? Мачопа. Трех покемонов, которых у нас не было, мы словили и уже заполнили 90% нашего покедекса. То есть, две легенды еще осталось, еще спаривали. Смотрите, у нас уже практически даже яйцо треснуло. То есть, оно уже практически треснуло, и в скором времени... Главное, не перекачай, я тебя умоляю. Не то, что умоляю, один уровень остался. То есть, в скором времени мы, наверное, ребята... Я перекачал. Твою мать, 30 уровень, да ты... Ох,
Иногда кидаешь нахрен на 40-ю Близ и не перекачиваешь покемона. А иногда кидаешь на 35-ю Близ и перекачиваешь покемона. Вот это иногда бесит, ребята. 12. Это ж... я пишу, чтобы не забывать. 12. Ну, это я зря, наверное, вот так. 12-11. Ну давайте. Прошу, не перекачайся на 46 уровень. Вот, замечательно. Вот так. 11-10. Давайте вылечимся. Давай. 10. Ну тут уровни уже, конечно, не айс, но. Ладно, давайте. 10-9. Небольшие уровни, конечно, ну, 8, но зато эволюция. Мы выложим еще парочку покемонов. Фух. В принципе, ребята, все, мы уже сейчас будем заканчивать после этого. Я еще выкину вещи. Магмуртара я уже удалил, не парьтесь, я уже его удалил. То, что у нас действительно было два Магмуртара, я уже его удалил. Поэтому не паримся, ребята. Шарпедо. Розовенький. Так, это сюда. Сколько там? 10, 9, 8. Ну, давайте еще быстренько его прокачаем, если успеем. 8, 7. Уровни у вас, конечно, тут 6, 5. Аква. Ну давайте вот это. 5, 4. Опа, это большой, главное не перекачать. 4, 3, 2. И один. Конечно, мы не докачали Шарпеду, еще один уровень остался, но все же. Алтарию мы уже можем выложить, в следующей серии мы это все выложим, ребята. Так, давайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Все, 20 вещей мы выкинули, замечательно. Куча яиц тут. Ну все, ребята, на этом мы уже будем заканчивать вот эту серию. Все новости я рассказал, излил свою душу. Спасибо вам за то, что вы слушали. Кто слушал, кто не слушал, но, значит, так слушал. На этом мы заканчиваем. Опа. Прям в последние секунды. Там Magikarp плавает, кто же еще? Ну, Гулдин, ладно. Последние секунды. И Глебаф вылупился. Конечно, пиндюрик такой маленький. Ладно, давайте заменим уже яйца в следующей серии. Заканчиваем, вступайте в нашу банду крутых перцев. Все, что вам нужно, это просто на меня подписаться, поставить лайки, также оставить свой комментарий. Буду очень рад, если вы вот это сделаете. Ребята, ссылочка на мой кошелек на WebMoney. У меня, к сожалению, только WebMoney. Киви я не могу зарегистрировать. Там нету способа регистрации с Португалии. То есть португальского номера там нету, я не могу Киви зарегистрировать. Но вроде через Киви как-то можно скинуть на WebMoney, кто собирается мне хотя бы помочь там пару рублями. Поэтому, ребята, буду очень рад, не принимайте это, как будто я у вас клянчу, как будто я зажрался. По поводу зажрался, я уже вам объяснял в этой серии, что и как. Поэтому, ребята, всем спасибо за просмотр, надеюсь, вы меня поняли, выслушали, поймете, кто не понял. Всем удачи, всем пока.